Вот бывает такое. Получил зарплату, а сумма-то не шуточная. И что мне с ней делать? Куда бы спрятать? Вообще, деньги дома хранить не нужно. Поверьте, это не самое безопасное место. Но если так случилось, то хотя бы не вздумай их прятать под подушку. Ой, ну хорошо. И чего это я вдруг? Что, у меня фантазия не работает, что ли? Сейчас придумаю. О, придумал. Спрячу в книгу. В ней страниц много. И если уж кто-то решит найти эти деньги, то листать книгу долго будет. Книга не лучший вариант. Просурсать дело несколько секунд. Конечно, если у тебя дома большая библиотека, то найти нычку быстро не получится. Но поверь, минут 10 и все, найду. Если, конечно, ты не живешь в национальной библиотеке. Да, получается, что и в книге не спрячешь. Нужно придумать что-нибудь более замудренное. О, придумал. Спрячу за батареей. Под подоконником за батареей это все не ново. Такие-то ники в два счета на ходу. Поэтому как бы смысла у них вообще нет. Да что, мне в унитаз спрятать, что ли? О, а это идея. Спрячу в бачок. Туда-то уж точно никто не залезет. Правда, нужно деньги в пакет, наверное, завернуть. А то как бы намокнут. Если у вора достаточно времени, то он заглянет и в унитазный бачок. Правда, есть одна хитрость. Можно там их спрятать в поплавок. Но это как бы неудобно. Каждый раз, когда тебе не понадобится, необходимо будет его разрезать, а затем снова спаивать. Ого! Это точно неудобно. Что делать-то? А давайте спрячем под потолок. А что? В принципе, нормально. Итак, приподнимаем. Прячем. Все, готово. Можешь спрятать деньги куда хочешь. Но помни, что дело в удобстве. Вот каждый раз, когда тебе нужны деньги, ты будешь туда лазить. Деньги тебе нужны каждый день. Поэтому поверь, место, куда ты прячешь, будет загрязняться, и вор легко вычислит твою нычку. Ну да. А может, выключатель? Им я так и так часто пользуюсь. Ура! Вот она, панацея! Все, безотказный метод. И сколько ты туда спрячешь? Ну, 3-5 купюр максимум. Лучше купи небольшой сейф. Прикрути его к полу, стене. Это будет гораздо лучше. Ну, а самый лучший способ, это, конечно, хранить деньги в банке. Точно! В банке нужно хранить, а банку можно закопать. Вот это способ! И как я раньше не мог догадаться, я молодец! Ух, прикопаю так, чтоб никто не нашел. Кроме меня, конечно. Банк – лучший вариант. Там они точно будут надежно охраняться. А у тебя на руках будет карточка, и если с ней что-то случится, на финансы это никак не повлияет. Так в банке, а не в банке. Ошибка вышла. Капец, как же так? Ладно, сейчас все исправлю. В общем, если вам необходимо хранить финансы в квартире, то, конечно, вы можете найти очень укромное место. Но главный вопрос заключается в удобстве. Ну а так, лучше всего отнесите их в специальное учреждение. Так намного надежней.